Главой района Любовью Заспа ведется ежедневная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса района к отопительному периоду 2021-2022 годов. С участием должностных лиц администрации района, главы поселка Краснокаменск, руководителей районного муниципального предприятия «Краснокаменское коммунальное хозяйство» Курагинского района и муниципального предприятия поселка Краснокаменск «Красноярские теплосети», представителей общества с ограниченной ответственностью «Краснокаменские энергосети» обсуждены вопросы готовности муниципального образования поселок Краснокаменск к отопительному сезону. В настоящее время в силу сложившихся обстоятельств объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения не переданы в концессию. Во избежание срыва начала отопительного сезона в поселке Краснокаменск администрация района предположено определить ресурсоснабжающие организации муниципальное предприятие Краснокаменское коммунальное хозяйство Курагинского района до проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.